поблагодарить Колю за то, что он приехал к нам из дальнего города Петербурга, и поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам сегодня на презентацию. Спасибо. Данный тренинг разработан на основе древнеславянской трехуровневой системы психосоматической саморегуляции Белояр. Белояр. Основное название системы, которая включает в себя 5 основных направлений. Я не буду перечислять основные направления системы Белояр. Скажу только, что вот одним из направлений является тренинг «Устойчивость», который я и представляю вам. Известна такая фраза, что Господь создал нас по образу и подобию своему. Но, видимо, и тело наше, тело человека, Господь тоже создал по образу и подобию своему. Другое дело, что мы это видим вот в такой форме, через наши сенсоры, а на самом деле это может быть спроецировано на совершенно другие формы. То есть форма здесь не имеет значения. Единственное, что мы можем говорить, это то, что через уровни организации человека спроецированы в этот физический план, в этот материальный план, уровни организации более высоких систем организации. Здесь, если мы поднимем архетипы российской мифологии, славянской мифологии, тоже, да, ходили наши богатыри бороться с каким-то змеем. Пройдя огонь, воду, медные трубы, они в конечном итоге постигали какой-то неуловимый на первый взгляд принцип. Принцип сопричастности к природным процессам. И эта сопричастность, в частности, интересным образом проецировалась через движение, в частности. А формой движения, если просмотреть хорошие древние источники, точнее, в открытом виде нигде этого нет. Нигде нет. Но по косвенным данным, да, я начинаю просматривать и вижу все равно змея. Все равно спираль, все равно волна. Ну, условно, вот так и априори. Внешнее движение напоминает каким-то образом тайцзицуань. Оно плавное, красивое. Я получаю наслаждение от этого движения, видно, да? Я улыбаюсь. Очень хорошо. Но оно несет в себе очень интересный эффект. Очень много эффектов содержится вот в этом плавном. Один из эффектов. Если этому движению пытается противостоять какая-то структура, эта структура вынуждена будет смещаться, либо вписываться в это движение. Можно? Да, близко к середине. Вот стоит человек спокойно, да? Я начинаю просто мягко двигаться, да? Я умею это двигаться. И запускаю территорию таким образом, что на моем пути что-то стоит. Не может этого сделать. Хотя сила человека, она распределена таким образом, что наиболее эффективно, оптимально, она чем ближе, ну это закон Фанцуга, да? Чем дальше, скажем, место соприкосновения, тем меньше должна быть сила. Тем не менее, его сила здесь, практически она рядом с позвоночником, моя сила там, мягкое движение, человек не может. Он смещен. Еще есть интересные такие вещи. Если правильно пользоваться этими траекториями уже в статике, то могут быть эффекты, на первый взгляд, кажущиеся аномальными. Хорошо. Вот я двумя руками видели, да, не мог согнуть руку девушки. Кто вот хочет попробовать? Кто хочет попробовать? Пожалуйста. Только медленно нагружайте двумя руками сверху вниз, ладно? И без перекоса, чтобы вы сказали, что мы есть перекос. Обязательно применяется метод функциональной симметрии, потому что, как правило, мы сталкиваемся.
симметрии. То есть правая рука что-то делает, левая не делается. Здесь в системе достигается эффект обязательно, да? Что сделали справа, но он делал слева. То есть функциональная симметрия раздела головного мозга. В принципе, это можете и вы сделать. Хотели попробовать? Давай попробуем. Давай попробуем. То есть я вас сейчас выстрою в определенное положение. Слушайте только моих рук. Эти положения мы прекрасно знаем. Видите, я как скульптор работаю. Я прекрасно слышу мышцы человека. Вижу и ощущаю. Пальцы вот так делают. Хорошо. Внимание, не давайте забивать руку. Ну, здесь можно троих людей ставить, кто хочет попробовать, пожалуйста. Вы при этом усилия не чувствуете. Значит, почувствовали, да, куда пошло? Вот как только вы туда включили свою силу, сразу же здесь возникло ощущение, что вы вообще не чувствуете никакого усилия. Согласны? Пожалуйста, скажите это всем. Ну, это вот связано с определенным положением тела. То есть это, скажем, как я понимаю, гармония положения тела. Гармония движения. Она дает определенные сильные состояния. А что? А с кулаком есть попробовать. А, и еще такой тест. Можно вас? Еще раз. Видите, да? Мышцы. Косые, прямые мышцы живота подтянуты, да? Здесь антилордозы. То есть очень много хороших терапевтических моментов. Великолепно. Внимание, давай сгибать руку. Без троих. Вижу руку, пожалуйста. Посмотрите. Вот вы легко держите усилия. Теперь согните руку. Наглядно совершенно. То есть я практически без усилия согнул эту руку. А ну-ка, иди, значит, ты висишь. Вот смотрите, девушка легко удерживает вес висящего человека. Теперь улыбается. Вы приобрели великолепную руку. Причем в какой-то момент времени, правда же, вы не чувствуете усилия вообще. Помните древнее сказание о том, что российская женщина могла на скаку коня остановиться? И вдруг сказка постепенно превращается в быль. Потому что, скажем, 3-4 занятия хорошего тренинга, и вот вы сейчас держали усилия хорошо подготовленного, я хорошо подготовленный человек, мощный. Я хорошо владею силовыми линиями. Это у нас называется силовая линия. То, что вы почувствовали, силовую линию рук, верхнего круга силовой линии. Существует еще нижний круг силовой линии, или ян-развертка силовой линии и ин-развертка. Вы работали в верхней ян-развертке. Понятно. То есть о чем это говорит? Что мы владеем информацией о том, где оптимально начинает вести себя тело в пространстве. Понимаете? Мы просто это знаем. Реально знаем. И реально можем объяснить любому человеку. Реально можем научить в течение 2 минут любого человека. Включить тест. Возвращаемся еще раз. Это пясцы. Техника пясцы. А слово пясть. 5 пальцев. Значит, динамика стопы задает динамику воздействия через рефлекторные зоны на органы тела. Можно так сказать? Можно? Если мы задаем правильную динамику стопы, мы можем получить эффективное лечебное, в том числе, воздействие кальция, да? Значит, эта взаимосвязь должна существовать между любой частью тела и стопой. Нас интересует взаимосвязь между стопой и кистью. В системе, интересно, есть такой момент. Воздействуя на кисть, меняя кисть в пространстве, мы можем изменять в пространстве все тело человека, который тестируется. Я ему задаю алгоритм движения нужного мне, и он этот алгоритм узнает. Знаете, какая хорошая терапия всех органов и систем, и мышечных? Хорошо. Тело начинает очень правильно себя вести в пространстве, то есть движение. Вот. Если вы заметили, то мое движение идет от стопы. Я все время двигался стопы.
создавая вот эти вот положения рук, которые в индийской, скажем, традиции называются хасты или мудры, динамика моя всегда следовала вот так. И видели, что изменение тела шло вплоть до стопы. То есть тело человека, когда мы его начинаем изучать, и опорно-двигательного аппарата, выстроено таким образом, что наиболее эффективно его движение по спирально закрученным траекториям. Это вот это вот упражнение было включение рук. А есть еще упражнение включения ног. То же самое, вот эту вот силовую линию, как мы ее называем. Хотя на самом деле это не линия, это термин взят по аналогии с силовой линией магнитного поля. То есть силовая линия магнитного поля – это вот реальный срез, как бы, да, плоскостью какой-то конфигурации магнитного поля, да? Вот. Получается вот эта линия, да, как бы силовая. То же самое здесь. Это не линия. Это пересечение целой гаммы взаимовложенных полей. На этом пересечении, вот на этой конфигурации мы и работаем. То есть мы знаем, где происходит вот это вот пересечение, выстраиваем тело человека в этих нужных, известных нам траекториях, и в этих, скажем, состояниях, положениях тело начинает проявлять свои резервные возможности. Метод пограничных нагрузок здесь весьма-весьма эффективен. Здесь вот именно в чем проявление наших кармитов, наших. Я вам скажу очень просто. Можно очень просто? Да. На Востоке у нас все-таки такая несколько изящная, я бы сказал, изощренная система. То есть там, например, российская, славянская, древнеславянская, это прежде всего открытая, прямая система. То есть открытые вот такие вот красивые действия, душа на распашку называется. То же самое действие на Востоке выглядело, смотрите, как красивый иероглиф. Вот разница. Через движение. Я объясню только через движение. Моя ниша – это движение физического тела. Итак, мы прошли тестирование силовой линии включения рук. И сейчас хотел бы я вам показать, вот тест называется включение ноги. Сергей, можно, да? Ну, как обычно. Ногу будем включать сейчас. Хорошо. Я знаю положение стопы определенное. Оно для каждого человека индивидуально, но легко определяется. Вот в этом положении на стопу можно нагружать любое усилие. Абсолютно любое. В любом другом положении стопа легко сгибается и ломается. Но есть положение стопы, где она наиболее эффективна. Вот сюда можно грузить уже столько хочешь. Сколько хочешь. А после этого, как я выставил стопу в правильное положение, то есть задействовал, опять-таки, определенную последовательность органов тела, я нагружаю его коленный сустав. Он улыбается при этом. Спасибо. Другую ногу. Пожалуйста, Ваня. Хотите попробовать? Давайте. Вы элементарно это сделаете. Ну что? Я говорю, у меня все слабое. Руки, ноги, так что. Хорошо. Так, одну ногу чуть-чуть отставим. Да, пока. Совершенно верно. Вот ваше положение стопы. Внимание, запомнили его, да? Ага. Вот. Чувствуете, да? Ну, да. А мы не чувствуете силы. А теперь внимание не даем сгибать ногу. Вам нужно. Добавить нагрузку? Ну, хватит. Ну, где-то 80 килограмм я нагрузил. А девушка, вы говорите, что 5 килограммов не держите, да? Нормально, да? Нет, пошло уже. Практически без средств набирал. А я не сказал, где просто? Улыбайтесь. Похлопаем, пожалуйста. Пожалуйста, вот, поделитесь с нами своим опытом. Возникает момент какой-то, когда вы не чувствуете нагрузки. Такого, да. Единственное, у меня первый момент был, я так вот не тренирована. У меня мышцы, конечно, вот когда вы зафиксировали ногу, я почувствовала, что это мышцы. Но то, что на них можно было столько нагрузить, я не ожидала. Не ожидали просто. И я уже потом не испытывала. Напряжения в мышцах не было дальше. Это было только одна секунда, но, возможно, это мое психическое напряжение передалось. Так, а потом все. То же самое со второй ногой я уже спокойно. То есть вы уже доверились мне? Конечно. И поняли, что, в принципе, вы имеете дело с достаточно подготовленной системой, которая ориентирована на любую, скажем, да, человеку.
человек. Нагрузка может быть и больше дальше. При этом посмотрите, девушка дышит спокойно. Если мы замерим ее пульс, он нормальный абсолютно. То есть реально девушка столкнулась с реальным, скажем, методом пограничных нагрузок. Если ей сказать до этого, что она выдержит 100 килограмм на ноге, ну, наверное, вы бы посмеялись, сказали, что это невозможно. То есть тело человека способно выдерживать пограничные нагрузки. И вы все даже не представляете о том, какие нагрузки вы сможете выдерживать. Но после того, как вы, столкнувшись с системой, вот данной системой, перейдете на метод этих пограничных нагрузок и познакомитесь с реализацией своих резервных возможностей при полном ясном сознании и отсутствии, скажем, эффективных последствий воздействия пограничных нагрузок. У девушки нормальный пульс, Татьяна. Нормальное кровяное давление. Нормальное глазное давление. Зрачки не расширены. Дыхание спокойное. Хочу сказать, что у меня еще и побочный эффект появился. У меня ноги вот вообще им сейчас очень хорошо. Добавочные эффекты. Легче мышцы стало. Мы сейчас столкнулись с одним из эффективнейших свойств системы. Дело в том, что при правильном нагружении, а я правильно ее нагрузил, я как эксперт нагрузил Татьяну правильно. Правильно выстроенные конструкции, извините, вы все-таки человек, а я оперирую таким термином, извините, но тем не менее, но наиболее оптимальный, эффективный термин. Происходит выделение так называемого гормона радости, эндорфина. А эндорфин, если вы знаете, заменяет никотин, наркотик, алкоголь, а также любое лекарство, которое в данный момент необходимо организму. Гормон радости. Да. Отсюда вот то, что вы сказали, для меня ну как бы очень хорошо, да, мне это приятно. Потому что когда я работаю, у меня выделяется, по сути, сотрудничаю со своим телом, я, видите, да, я начинаю светиться. Выделяется большое количество позитивного вот этого момента. Вот. Почему это выделяется? Потому что у меня все накатано, выстроено. И вот то, что вы сейчас чувствуете, да, насколько комфортно и роскошно чувствуете себя внутри. Это великолепное ощущение. Это ощущение радости, это ощущение полета, это ощущение тепла. Нет, я нагружу вам на плечи свой вес, а вы при этом будете двигаться, улыбаться. Нервно прошу. Ну, Татьяна, вы просто прям как подарок тебе. Внимание, пошли вперед. Улыбаемся. Я не чувствую никакой тяжести. Похлопали ворот. Что я делал? Вот кто-нибудь расскажите. Я всем телом налег на вас сверху. Я кто не килограмм? Чувствовала тяжести совершенно. Вы так не обманываете? Я не обману. Я вначале боялась, что ничего не происходит. И я думала, что просто... Похлопали еще раз. Ничего не происходило. Отметим отдельно. Дыхание спокойно. Пульс нормальный. Зрачки не расширены. Ну, это поза с согнутыми ногами. С согнутыми коленями. Со сгибом коленного сустава. Ну, так же не пойдешь. Да. Совершенно верно. Посмотрите, как килограмм. Существуют, скажем, чисто тренировочные позы и осанка, где вот, да, я четко зафиксирую, что я двигаюсь целостным движением. Кисти мои, видите, да, хорошие. Я могу развернуть свое движение в любую сторону. А есть походка, адаптированная к социуму. Я буду двигаться целостно, но вы не заметите, что я двигаюсь целостно. Я двигаюсь нормально, вроде бы. Но я двигаюсь на самом деле целостно. Это не видно, что я двигаюсь целостно. Посмотрите на эти опоры. Она четко переходит с пятки на нос. А вы только что утверждали, что движутся. Для большинства людей мир все-таки представляется больше несовершенным, чем совершенным. Отсюда, когда, ну вот, скажем, в философских кругах говорят о создателе этого мира, то иногда выдвигается такой тезис, а почему создатель этого мира, Бог наш, во многих религиозных системах есть такое понятие, Бог, создал такой несовершенный мир? Вот такой вопрос, очень простой. Насколько можно оценить по пятибалльной системе, по пятибалльной шкале, совершенство этого мира? Вот каждый из вас... Задайте себе этот вопрос внутренне. Вот со всеми политическими, о совершенстве этого мира. 2 из 4, 5 баллов. 5 баллов.
То есть все то, что с вами происходит в этом мире, вот рука у вас пораненная, да? Это вот вы реально осознаете, что вы поранили руку как реакцию на какое-то ваше неправильное действие. Мы сейчас говорим вот в данном случае о несовершенстве этого мира. То есть вы неправильно что-то сделали, и вам мир ответил. Вот это мой вопрос, который ответил, он меня этим научил. Хорошо. Ну, мы подошли именно вот к этой мысли. Я просто хотел издалека к ней подойти, а мы напрямую сразу. То есть мир — это совершение. В том смысле, что он воздает полной чашей за любое содеянное деяние. Если он не воздает вам, кому воздает? Близким сначала. Детям. Много раз мы сталкивались с тем, вот Светлана, наверное, мне тоже подскажет, что большую часть не, скажем, отработанного родителями берут на себя дети. Вынуждены брать на себя дети. Это называется в традиции карма. Индийской традиции, восточной традиции. Можно это называть по-разному. Смысл в том, что этот реально процесс существует. То есть мы здесь что-то отрабатываем в этом мире. Не отрабатываем, не отработаем, сбрасывают на наших детей. Они не отработают и дальше. Есть целые, как бы, родовые болезни. Итак, мы здесь что-то отрабатываем. Преобразуем что-то, пытаемся. Вот этот момент я и называю моментом тестирования. Это моя точка зрения, я, естественно, только выдвигаю ее в качестве гипотезы. Выглядит она следующим образом. Мы все идем в этот мир с каким-то набором десинхронизаций, блоков. И этот мир предоставляет нам оптимальные программы, выбор программ для высвечивания этих блоков. Раз. Выработки программы по их снятию. Два. И способ реализации этой программы. Три. Выбор программы осуществляем мы сами, наша сущность, наша частичка божественного в нас. И все то, что происходит с нами в этой жизни, каким бы внешне негативным явлением ни выглядело, с моей точки зрения, является методом тестирования, реализация программы тестирования нашей сущности, которая вселена в это физическое тело. В котором запущены соответствующие программы по высвечиванию, еще раз, блока, выдаче программы по его реализации и преображению блока. Не понимаете, организм отвечает болезнью. Не понимаете вы, болезнь перебрасывается на ваших близких. Не понимаете дальше, на детей. Не понимаете дальше, вас вычеркивают из списка. Стоит начинать понимать, события выстраиваются в очень интересную логическую последовательность. Святые об этом хорошо знают. Вот те люди, которые причислены к лику святых, они бы мне сейчас сказали, да, не неси в мир агрессии. И мир ответит тебе не агрессией. Неси в мир любовь, и мир ответит тебе любовью. Мы все пришли сюда, с моей точки зрения, для того, чтобы высветить момент вот этого агрессивного в себе. Попробовав найти программу по преображению этого агрессивного в себе. И когда мы выполняем все моменты, да, вот этой такой агрессии внутри себя, отрабатываем, мир отвечает нам полностью любовью, приятием. Основным принципом существования мироздания, а под мирозданием мы понимаем уровень организации, ну, скажем, мира, немножко выше, чем понятие, например, Вселенная или гамма Вселенной. Это более высокий уровень. Мерности, например, это четырехмерность. Или пятимерность, или десятимерность. Понятно, да? И так далее. То есть это более высокий уровень. Основным принципом существования мироздания существует принцип взаимоприятия или принцип любви. Помните, в Библии сказано, сначала было Слово, и Слово было Бог, и Бог был любовь. Была любовь. Помните, да? Сказано такое? Смотрите. То есть слово – это уже какая-то часть, а перед словом был Бог. А перед Богом была любовь. Это аналог, да, к которому мы обратились и увидели то же самое понимание, что и у нас. То
То есть принцип, основной принцип мироздания – это принцип любви. Что такое любовь? Это когда любая система, входящая в соприкосновение с другой, ну, взаимоприятна, да? Она вписывается в любом ее варианте. Что такое принцип нелюбви? Это, наверное, принцип сопротивления. Принцип сопротивления, сейчас уже, в общем-то, многие об этом говорят. И, значит, я завершу все-таки вот свой философский аспект, возвращаясь. Мы все пришли сюда, в этот мир, придуманный нами самими, для того, чтобы высветить в себе блоки внутренние, индивидуальные. Они у каждого свои. Каждый выбирает себе набор индивидуальных программ. И дай Бог вам, Бог всем, решить свои проблемы. Меня очень заинтересовал вот этот аспект трансформации собственной агрессивности вот через эту систему. Так. Очень интересный аспект. Дело в том, что... Можно я приступлю к ответу? Да, конечно. Дело в том, что агрессивность, как и все остальные моменты, скажем, блокировок, агрессивность я рассматриваю как специфическую блокировку всех уровней организации человека, представлен совершенно однозначными проявлениями на внешнем плане. То есть видно, агрессивен человек или нет. Вот этот блок, с моей точки зрения, представляет собой при ближайшем рассмотрении на уровне визионерства, то есть видеорассмотрения, понятно, о чем я говорю, да? Ясно видение, ясно слышание, ясно чувствование и так далее, это все реальность. Да, несколько расширенная реальность, но это реальность. И реальность, которая сейчас фиксируется современными научными приборами. Она представляется как комок, спутанных между собой каких-то завязок. Ну, если вот для женщин, наверное, понятнее будет комок ниток перепутанных между собой. Для мужчин, рыбаков, вот когда забрасывают спиннинг, барабан, да, так называемый, когда леска перепутывается. Что нужно сделать? То есть что женщина делает, чтобы распутать этот комок? Она постепенно начинает искать слабые места, и легкие движения начинают делать, да, расслаивать этот комочек. Со временем ниточка какая-то потянулась, то же самое делается с леской в бороде. В конце концов мы начинаем приходить к какому-то пониманию, как что-то там запутано, распутать и так далее. То есть первый момент расслабления. Я не могу гарантировать вам о том, что во время тренинга вы сделаете полное расслабление, то есть полностью решите эту проблему. Ну, например, проблема агрессивности. Она же все равно выведена на мышечные реакции, она все равно выведена на физиологические реакции, она все равно выведена даже на такой параметр, как давление глазного на яблоко. Понимаете? Расширенные зрачки, нехороший блеск глаз и так далее. Много очень признаков. Состояние, которое вас интересует. Вот. То есть надо расслоить это состояние по, скажем, нескольким параметрам, ну, возможно, больше. А дальше очень простая штука. Не нужно вмешиваться в структуру человека, потому что это индивидуально. Блоки каждого человека наработаны им либо в процессе его жизни, либо в процессе, скажем, кармических каких-то переходов, либо в процессе сброса на него кармы с каких-то сопутствующих систем. Понятно, да, о чем я говорю? Вот. Не нужно вмешиваться в этот клубок. Если вы вмешаетесь в него со своим, скажем, мироощущением, то это будет ваша интервенция. Интервенция вашего образа мышления в образ мироописания, в образ мироописания данной структуры, пришедшей к вам в соприкосновение. Вот. И тогда эта структура, вы можете повязывать там. На чем и ловятся непрофессиональные, неопытные психотерапевты или вот, энергетики, целители. Они, как правило, берут на себя, могут взять на себя заболевание того, с кем они работают. Таких случаев я встречал много. Скажем, человек, который занимается этим уже профессионально, он не входит в проблему. Он ее определяет как оператор и выдает рекомендации, то есть на первый, вот, первый уровень, да, вот он расслоил чуть-чуть проблему. И, ну, а проблема же видна издалека. Живой человек ко мне приходит, я его мышцы потрогал, ну все ясно. Очень мягко, очень корректно. На уровне физического тела даешь рекомендации определенные. На уровне ментального, да, интеллекта даешь какие-то ему правильные моменты. Задумайся над этим. У тебя же есть собственные мироощущения, мироописания. Задумайся вот над тем, что есть вот такой момент, есть такой момент. Посмотри, покрути его. И когда человек начинает сам просматривать свое мироописание, результат по эффективности превосходит любое вмешательство извне. Для человека начинается инсайт, откровение, открытие, слезы на глазах.
Я это видел. Поэтому так утверждаю. Система синхронизирует, помимо, скажем, уровней организации, еще и внутри уровня любой аспект. Например, возьмем уровень организации физическое тело. Если у вас существует какой-то зажим или блок, какой-то из групп мышц или в отдельной мышце, или в каких-то связках, фасциях, неважно о чем, он все равно представлен определенным набором биологических признаков. Постепенно, мягко, этот блок может быть снят. Но здесь нужно учитывать временные аспекты, ведь этот блок накатывался не в течение одного часа. Понятно, да? То есть здесь только время лечит. Как только мы знакомимся с резервными возможностями организма, люди начинают применять эти возможности в реальности. Ну и получают. Да? Я это предупреждаю. Не нужно в реальности работать со сверхсилой. Не нужно этого. Сверхсила – это сверхсила со всеми вытекающими отсюда последствиями. В реальности старайтесь очень аккуратно с этим работать. Вот сверхсилу вы проверили, прокачали ее и расслабились. Все. Я нахожусь в сверхсиле, но эта сверхсила не агрессивна. Но в любой момент давление на нее, она может быть агрессивной, в том числе. А может быть очень другая. Взяли свет. Просто мысленно попросили, дайте свет. Выполнили дыхательный комплекс, 7 вдохов и 7 выдохов. По той системе, кому какая удобна. Видите, я уже делаю перекачечку небольшую. С ноги на ногу, со стопы на стопу. Если кому-то это нравится, не попробуйте это сделать. Если нет, делайте как вам удобно. В дальнейшем мы научимся фиксировать цветовую гамму в момент вот этих вот дыхательных упражнений. А также цветовую гамму, аденозинотрифосфорные кислоты и звуковую гамму тела. Тело может издавать звуки тоже. Верите в это? Тело может издавать не очень интересные звуки. Овладеть этой гаммой. Представляете, танцем будете звучать мелодии. Следующее упражнение – восьмерка. Это был внешний звук, а еще тело может издавать внутри. Стараемся уже в момент выполнения восьмерки обязательно фиксировать позвоночный раздел. Позвоночник. Поясничный раздел позвоночника. Обязательно фиксируйте. Видите, в каком бы положении я не был, смотрите. Видите, моя поясница и мой антикифоз будут всегда присутствовать. Какими бы действиями я не занимался, какие бы упражнения я не выполнял. Это наиболее простое упражнение. А теперь переходим к изучению этого упражнения. Остановились, перенесли вес тела на левую ногу. Правую ногу поставили на носочек и частично ее зафиксировали весом своего тела. Вращаем колено по часовой стрелке. По кругу. Колено вращаем по кругу, фиксируя вес на носке. Посмотрите, как распределяется усилие по периферии подъема стопы. Это усилие должно быть распределено в определенном ритме. Выберите ритм. Нет, пока мы не делаем перекачку с ноги на ногу. Вес основной на левой ноге. То есть перекачка есть на самом деле, но она не жестко фиксируется. Основная задача наша – это вращать колено по кругу, по часовой стрелке, с определенным ритмом вращения. То есть выберите этот ритм и вращайте. Пятку желательно сильно не отрывать от пола. Не отрывать пятку. То есть она отрывается, но не сильно. Не фиксировать эту пятку, гротескно не усиливать ее. Вот когда вы выбрали определенный ритм вращения, обратите внимание на левую ногу. Она тоже вращается по определенному закону. Этому закону вы и придерживаетесь. То есть идите на поводу вашего тела. Ваше тело знает в этом плане гораздо больше, чем вы думаете. Наша задача – произвести осознавание ваших сущностей, вашего тела. Через спиральную закручивание тела. Это самая благодатная работа, которую вы сейчас делаете со своим телом. Накатаете вот эти вот вроде бы простейшие упражнения, дальше все будет гораздо легче.
Окатывайте ритм. Вот я присутствую, даю вам возможность видеть, как это делается правильно. Накатайте ритм, накатайте траекторию. Накатайте, сам, на самом деле вы накатываете стопу. Но через простой такой вид. Что такое вращать стопу по кругу? Видите, что такое аномальное. А колено вращать по кругу — это достаточно наглядно. Но мы вращаем на самом деле не колено, а мы разрабатываем стопу. Вот то ощущение перехода, усилия по периферии подъема стопы, это вот необходимое для упражнения. У вас тоже нога чуть выставлена вперед, ближе ее к себе. Вот так, да. Необходимое для выполнения упражнений ощущение состояния. Итак, что будет с суставом, если он, вот этот термин «защелкнутый сустав», ну, условно, примите. Понятно, да, о чем это? Вот, защелкнутый сустав. Дело в том, что каждый из суставов нашего тела выполняет определенную функциональную задачу. Коленный сустав выполняет основную рессорную функцию, он сгибается в вертикальной плоскости. Видите, он выполняет основную нагрузку по выбору вертикальных всех усилий. Если коленный сустав не выполняет свою функциональную задачу, то есть защелкнут, функциональные задачи по рессорной функции распределяются на два сустава, тазобедренный и голеностопный, которые принципиально не несут функциональной в себе задачи по рессорной функции. В тазобедренном суставе практически нет механизмов реализации вертикальной нагрузки, да, компенсации вертикальной нагрузки, а в голеностопном есть только свод стопы. Но на свод стопы с небольшой амплитудой, да, его изменения, ну там небольшой, да, есть амплитуда его, свода стопы, вешать всю вертикальную нагрузку, понимаете, да, на свод стопы. Это было бы весьма и весьма, ну, не совсем правильно. Понимаете, да? Но существует интересный момент, что в тот момент, когда вы защелкиваете сустав, любой сустав, не только коленного это касается, в двигательной, скажем, системе человека существуют двигательные энграммы, так называемые двигательные энграммы. То есть там коды, в этих энграммах записаны коды вашего движения. На интеллектуальном плане, скажем так, выдача команд всем мышцам, всем реакциям биохимическим и так далее, любого вашего движения. Так что происходит? Когда вы защелкнули, срабатывает энграмма перераспределения функциональных обязанностей. Понятно, да? Она просто срабатывает и все. Отсюда вот в боевых искусствах Востока существуют такие понятия, как сухой лист. Нога действительно, сухое дерево. Нога действительно в этот момент как бы высыхает в этом месте. Сустав перераспределился, все. Энграмма не работает. То есть сустав не работает, функции распределены на соседние участки. Вот. Для того, чтобы опять запустить, вы должны отдать команду, почувствуйте сами, защелкнуть сустав. И надо усилия для того, чтобы его расщелкнуть. Сделать вот такое защелкивание сустава и потом расщелкнуть. Чувствуете, да, что существует какое-то определенное ментальное и физическое усилие для той и другой операции? Есть? Есть такое ощущение? Есть. Так вот, это и есть энграмма. И вы в боевых искусствах, если вы выщелкнули, например, ногу с расщелкиванием сустава, то вы потратите время на его расщелкивание. И выполняем два индивидуальных направления. Пока не отрывает ряда от земли. Два движения одновременно. Чувствуете, как уже легче стало нам крутиться, да? То есть уже мы выполняем практически нормально. Проверили антилордоз, проверили мышцы живота, проверили антикифозик. Тазом не разбрасываемся, тазом, да? Держим вот так. И пошли расширять, да? Растяжечку пошли. Для специалистов в области боевых искусств великолепное упражнение. И вверх пошли. И опять вниз. О, сила пошла уже. Я тут слышу силу другому, со всех сторон у нас силы. Позвоночник проверим, поясничный раздел больше. И вверх пошли. Хорошо. Перенесли вес тела в после нагрузку. Мысленно проследите вот за теми мышечными реакциями, за теми ощущениями, картинками, звуками, которые возникали в вашем теле и рядом. Мысленно. Очень хорошо. Внимание.
перенесли вес тела на левую ногу, носочек на ней, правую ногу на носочек поставили, вращаем правую ногу против часовой стрелки. Колено правой ноги вращаем против часовой стрелки. Перенесли вес тела на правую ногу, поставили левую ногу на носочек, колено левой ноги вращаем по часовой стрелке. О, у меня уже была лица, отозвалась. Таз, движение таза, очень хороший вопрос. Таз в этот момент двигается по восьмеркообразной траектории. Ось позвоночника вместе также прикреплен к оси позвоночника. Так вот, ось позвоночника двигается по восьмеркообразной траектории. То есть здесь, вот в этой фазе, она вписывается в движение правой ноги, а в этой фазе она вписывается в движение левой ноги. А если внутрь, то то же самое, да? Вот так. Таз двигается по восьмеркообразной траектории, но как цельная структура. Остановились. А теперь совмещаем два движения. Интровертная восьмерка немножко сложнее экстравертной восьмерки. Трудна для исполнения, но тем не менее нужно ее тоже пробовать. Самостоятельно я задаю контролировку. Экстравертную восьмерочку делаем. Экстравертную, чистую. Центр, видите, я приседаю. Каждый раз, двигаясь к центру, я приседаю. А двигаясь к периферии, чуть-чуть. Оно неестественно, да? Как только мы начинаем нагружать ногу, реактивная сила начинает выбрасывать наше тело чуть-чуть вперед. Как только мы сместили вес тела на одну из ног, реактивная сила нас начнет выбрасывать вверх. Оно и так и получается. Вот реактивная чуть выбросила, я пошел вниз, двигаюсь сюда, и она меня чуть-чуть выбрасывает, реактивная сила вверх. А теперь встали, расслабились, сбросили нагрузку, проверили еще раз основную стоечку и перемещаем вес тела с ноги на ногу, но вот по той самой траектории, да, о которой мы говорили. И при этом опустили руки. Видите, да, что руки двигаются. Оп, смотрите, я резко перенес. Оп. И руки после этого отпустил, и они двигаются по совершенно независимо от меня траектории. Правильно? Есть такое? Проверили поясничный раздел позвоночного столба, антипифолий. Грудного раздела. Хорошо. Теперь чуть-чуть кисти вот так вот выпрямили. И почувствовали свист сверху. Вот вы уже подходите к моменту звука, телесного звука. Ощущение вот этого свиста в руках, это есть очень экспертный момент в системе целостного движения. Есть? Хорошо. Отпустите, отпустите тело. Ведь я. Раз, раз. Раз, выполнялся. Лики костей уже нет, она легко сгибается. Первые номера положили правую руку с развернутым суставом на плечо вторым номерам и повернулись к ним боком. Боком правую руку положили. Правую положили. Кисти выгнули в обратную сторону. Внимание, смотрите, видите, куда у меня выгнули кисти? Наклонились, чуть-чуть колени согнули. Вторую руку тоже подпружили.
в пространстве. Вот здесь уже, если вы не согнете колени и не сделаете антилордоз, упражнение может не получиться. Внимание, вторые номера. Приложили двумя руками усилия в районе локтевого сустава. И начинаем медленно гнуть руку. Усиливаем нагрузку. В пальцы выдавливаемся. Первые номера. В пальцы выдавливаемся. Сильнее, со всей силы. Максимально. Не сливаем. Улыбаемся, похлопаемся друг другу. Так. С этим мы познакомились. Это называется включение силовых рук. Силовых линий рук. Силовой линии понятно, да, что я имею в виду протезно? Согнуть поясницу. Поясницу. Смотрите, как я сразу раз. Вот эта поясница, антилордоз, она создает вот эту волну. Видите, вот волна идет. Вот раз, вот два, и вот три, вот четыре, и вот пять. Есть отдельные фазы этой волны. Вот раз волна, почти. Раз, два, три, четыре, видите, пять антикифоз, шесть и семь. Отдельные, как бы мои, вот, части тела я выстраиваю пространство. Попробуйте сами проследить. Так, следующее упражнение. На первое, второе, опять мы, значит, развиваемся. Первые номера становятся вот так. Опора обязательно на руки. Ну так, чтобы удобно было. Ногу поставили. Ну, а. Поставили ногу на стопу. Внимательно, смотрите. Вот здесь вот есть положение стопы, где нагрузку человек не чувствует. Нет, вот оно пошло. В любом другом положении, да, я легко сгибаю стопу. Легко сгибаю. А в этом положении, да, по оси я давлю стопу. Вот кость стопы. Я по ней давлю, человек в принципе не чувствует нагрузку в этом положении. Стопа легко живет. Там возникают болевые ощущения при подъеме стопы, подушечки вот такой. Но это со временем пройдет. Понятно, да? Вот найдите это положение. Вторые номера. Начни у первых номеров вот это положение. Для облегчения упражнения вам придется согнуться. Колено сгибается.
Вторые максимально согнули колени. Максимально согнули колени. Наклонили голову вперед. Голову вперед. Левая рука. Взяли руками за плечи. Колено вверх, близнец. Колено вверх, близнец. И попробуйте обойдись. И они делают. Паттерна или матрицы, для накатки матрица, что каждое движение начинается со сгиба колени. Мы еще не говорим про центр тяжести человека, потому что, ну, голову вам отвалить. Но на самом деле вы сейчас работаете с центром тяжести, со смещением центра тяжести. Любое движение начинается со смещения центра тяжести. Свист, свист ветра. А теперь немножко усложним упражнение. И выводим прямые качели в чистые кисти. Как бы выдохнитесь мысленно и освободите нам усилие в кистях. И освободите. Смотрите, я как бы переступаю с ноги на ногу. Тоже попробуйте поймать внутренний свой ритм вот этого переступания. И поменяйте руку и ногу. Да? А теперь соединяем два паттерна. Еще раз вспомним вот этот момент. Раскрутка верхних конечностей по нижнему кругу силы. И вспоминаем, что мы только что делали прямые качели. Да? Здорово. Левую руку приготовили. Внимание. Левая пошла. Раз. И два. И отпустили. Правую руку. Раскручиваем боковые качели. Правую руку приготовили. Внимание. И запустили правую руку. Раз. Два. Хорошо, отпустили ее. И опять раскручиваем. Нормальные качели. Левую руку приготовили. Раз. Два. Она как бы вот должна свистеть в пространстве, да? То есть ветер вот вокруг меня, да? Раз. И два. Можно даже шагнуть. А теперь две руки одновременно. Ноги на ширине плеч, основная стоячая система говорят. И начинаем мы готовить. Ну то же самое, что мы вот здесь вот так вот делали, да? Только вот это движение вот здесь заменяем на обратную вот эту движение. Вот такие вот простые делаем движения.
все-таки как бы стараетесь, чтобы свист был, да? Свистят, когда она вращается по кругу. Только просто не поднимая рук, попробуй подвигаться. Вот закрыть глаза, так вот медленно, так вот, как нам хочется. Любые движения руками. Это называется свободный танец. Попробуй. Как хотите, так и делайте. То есть это первый урок вашего вписывания в динамику силовых линий окружающего вас пространства времени. Пока вы это сделали, может быть, не совсем правильно, но зато вам это понравится. Мысли разработаете хорошо, и тело тоже будет выполнять вибрации. То есть я работаю с вибрацией. То есть обычно, когда приходит каратист, я ему говорю простую вещь. Удай меня ногой в голову. Ты говорю, ну как у тебя растет? Нормально? Он говорит, да, нормально. Ну, удари меня ногой в голову. А как, говорит? Ну, боковой маваш. Знаете, маваш, дура, маваш, ну, этот, маваш в дереве. Этот боковой удар такой, да, в голову. Он говорит, как? Я же тебя, мол, обижу, типа того, упадешь, плакать будешь. Ну, мысленно он так, они все достойно стоят, приятно с ними работать. Я говорю, ну, я защищусь, это мои проблемы. Да, задача ударить меня в голову. Если я увижу, что удар сильно идет в голову, реально, я просто блок поставлю. Здесь уже, а у них же, хотите или нет, когда им блоки ставят, ну, защищаются, у них вот эти места все разбиты очень сильно. И вот этот момент разбития, это накатка паттерна болевых. И этот паттерн постоянно с каждым ударом усиливается. То есть они, то есть вот эта вся методика карате, с моей точки зрения, это сознательное уродование сначала физического, а потом психического тела нашего российского. Потому что вот в нашей системе, ну и мы мягко уже перешли в прелесть, да? В нашей системе существует понятие техника нанимания, или ударная техника, или железная рубашка. Но она выведена на совершенно других принципах. Техника набивания или ударная техника, во-первых, содержит в своем, так сказать, базовом таком аспекте вот этот серьезный подход, системный подход к мирозданию. Физический, физическое действие, спирально закрученная траектория, которую мы выводим навстречу удару. Месту контакта. Физиологический уровень. Это прежде всего связано с дыханием, с распределением правильным, распределением давления. Того верхнего и нижнего. Они должны быть правильно соотнесены. Сенсорный уровень. Вы должны обязательно задействовать однозначно совершенно. Потому что если ваш сенсор, ну скажем, даст неправильную информацию о движении энергии, удара, физики, силы, то вы ошибетесь, понятно, да? Сенсор должен работать великолепно. Все сенсоры. Условно их 5, а на самом деле гораздо больше. И если вы их правильно синхронизируете, то вы при помощи мысли своей выполните правильную физическую работу. Дальше. Мысль обязательно следит. Посмотрите, я двигаюсь. Видите, я мысленно отслеживаю. То есть я мысль могу, да, выполнить через стопу любое действие. Но видите, да, моя мысль следит за моим движением. Видите? Видно? Я отслеживаю свое движение мысленно. Видно, да? То же самое там, то есть мысленный, интеллектуальный уровень, да, должен обязательно работать, быть синхронизирован. Энергетика, ну хотите или нет, энергетику надо задействовать. Ну а теперь вот к делу. Можно? В принципе, техника поглаживания. Причем поглаживается, в принципе, по эрогенным зонам. Причем эти зоны должны, в соответствии с поглаживанием, видели, да, волной себя вести. Вот там, где нравится человеку, да? Но это вот индивидуальная такая работа, эта пара должна быть, конечно,
она очень хорошо плетет, да, мужчина, женщина, хорошо, хорошо, конечно, чтобы муж и жена были. Хотя другие варианты тоже возможны. Вот. А в дальнейшем идет похлопывание легкое. Потом усиление похлопывания по всем этим зонам, по всей волне. А в результате мы получаем вот такое. Ты порадостнее можешь? Ну вот, пожалуйста, он меня ударит. Так. Еще раз ударит? Нет, просто что-то не делать. Так сильно не надо. Давай, поехали. Хорошо, давай меня. Понятно, да? Удар был нанесен в сердце, локтем. Достаточно мощный. Нормальный человек после такого удара, в принципе, ну, сердце просто отключится. То есть это был удар на поражение. Локоть. Ну, известна каратистская практика, считается локоть наиболее эффективное оружие. Понятно, да? Через, ну, я думаю, завтра. Как делать железную рубашку на голове? Оля, подожди. На голове также и в теле есть, ну, так называемые эрогенные зоны. Смотрите, как женщина гладит, ну, в смысле, я не женщина. Хорошо бы женщина, да, погладить. Ну, я вот покажу, да, как гладим свою любимую, да? Понимаете? Вот. Я четко глажу по эрогенным зонам. То есть так же идет накатка. Вот я накатаю, накатываю. Ну, у него просто накатанные силовые линии все. Я их знаю, где они идут, эти силовые линии. Я их просто им сейчас восстанавливаю. Челюсть держит удар в 200 кг при правильной накатке. Видите, да, я создал сейчас усилие где-то 100 килограммов, он спокойно его выдержал. Вот накатана силовая линия головы. Улыбается, пройдем. Вы видели, да, что он делает? Смотрите. Вот смотрите, да? Видите, его тело пошло навстречу. Дыхание, слышали? Мысль была направлена, да? Вы сейчас видели синхронную работу всех, я специально его не ударил. Он думал, что я его ударил, я его не ударил. Но все равно видели, да? Я ему показал место, в которое я буду наносить, и он туда полностью сконцентрировал динамику, дыхание, физиологию, сенсоры, все его отработали правильно, да, в эту точку. Видели, да? Его мысль отработана, энергетика отработана, плюс его, так сказать, божественный плюс. Да. Сначала мы это накатываем как момент внимания. Потом привлекаем внимание на момент усиления и со временем выводим это на режим, когда вы можете принимать любой удар вообще. Но это вот первая фаза, железная рубашка. Дальше следующая фаза. Ничего, нормально? Следующая фаза — это отбрасывающая рубашка. Оказывается, наши мышцы устроены таким образом, что вот при правильной накатке железной рубашки, в принципе, вам уже не важно, какой удар. Потом в дальнейшем мы тестируем так. Мы берем 32-килограммовую гирю, с двух сторон два человека, вот так вот ее раскачивают в пространстве, так, да, и по человеку. И вот в момент человек подвигается, да, ну, как из 32-килограммовой гири, бьют по организму. Естественно, вот эта раскачанная гиря при мощности затрат, когда работают специалисты, ну, она выше вашей потенциальной устойчивости. То есть вас просто отбросит в пространстве. Но, а? Тебя показать? Ну, давайте. Я, в принципе, могу создать вот такое же усилие, я специалист. Локтем сейчас ударил его по спине, создав усилие, вот эти 32 килограмма, раскачанные двумя человеками. И увидели, его просто отбросили все в пространство. Смотрите. Я сначала тебе за ногу хочу. Вот уже, в принципе. Раз. Аня, возьмешь что-то, да? Понятно, да? То есть его мышцы просто меня обрубили, они увели удар в землю частично. Так как весь удар в землю он не мог увести, слишком мощный был удар локтем. Но я по всем правилам его ударил, то есть там нормально. Никто из вас не выдержит этого удара вообще. А он улыбается вообще-то, да? Его мышцы частично увели удар, а потом все, больше некуда было девать, то есть все уже. И просто отбросили в сторону удара. В дальнейшем, когда вы накатаете технику железной рубашки, вы перейдете к технике отбрасывающей рубашки.
То есть не будет силы удара, которая превосходила бы силу отбрасывающей вашу мышцу. То есть как только мышцы почувствуют, что все, они не могут, они просто вас отбросят в пространстве. Я выдыхаю в кулак, а он вместо удара. Вот такой слабый удар у нас. Попробуем все. Я смотрю. Мы все это самое
Пальцы, да. Усталости нет в теле. Тело свободное. Тело ребенка. Оно горное, да? Боли никаких нет. Вы уже знаете, да? Вот. Ось. Ось. Прыгайте, выстроите ось. А теперь смотрите, как вы с ноги на ногу выступаете, но пожестче так. Теперь руки сюда. Внимание, как вот. Руки сюда. Вот вот так это. Раз. 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 Почувствуйте напряжение в ногах. Видите, я тянусь вверх, и при этом чуть-чуть ухожу вниз. Позвоночник чуть ясно сохраняется. Видите? Ух. Остановились. Взяли сверху. Попросили ведущих. Поблагодарили ведущих. Чем тянуть? Мы сейчас продемонстрируем. Пожалуйста. Внимательно посмотрите последовательность выполнения упражнений. Человек сидит на коленях, оба колена на земле. Стопы подушечками поставлены на землю. То есть надо зацепиться. Здесь работает рефлекторная функция свода стопы. Ой, свода пальцев. Понятно, да? Здесь задействует рефлекторная функция свода пальцев, значит, всю энергетику китайских каналов, китайских энергетических меридианов. Второй момент, опора по землю. Второй момент подходит и загружает плотозабедренный сустав. Когда это руки, вот так, скажешь, что? Первый номер выдвигает одно из ног вот так вот, чуть-чуть наклоняется вперед, для того, чтобы вот этот угол, был или 90, или чуть-чуть больше 90 градусов. В противном случае он начнет работать как пружина, да? А в этом случае мы включим силовую линию. Понятно, да? Силовая линия, закон целостного движения, включается только тогда, когда угол для включения больше, чем 90 градусов. Меньше 90 градусов, силовая линия не включится. Понятно, да? И вот спираль внутрь не закручивается. Спираль может раскручиваться только на руках. Понятно, да? Внутрь спираль, она и точку меркнет. Видите, да? Наклон делается до тех пор, пока угол не будет больше 90 градусов. После этого включается силовая линия. Видите? Все. А дальше
просто человек стоит. Остановить его невозможно. Пойдем, пойдем ко мне. Андрей. На бедра. На шею пройдем. Сидеть, Андрей. Андрей. Я. Ну что ты слез? Меня улыбается. Вы все равно уже сказал. Что ты? Давай, давай. О, сиди. Руки под плечи, под эти, да? И давите мне на плечо. Нет, стоп. Вы же перекосили, вас двое там задают. Медленно, ребят. Медленно пошли. Медленно. Перекрашивай, нельзя. Стоп. Спасибо. Понятно, да? Спасибо. Как перекосы помоете, да? Перекос сразу же, 8 кг на простор. Видели, да? То есть при помощи этой техники можно поднимать тяжести любого уровня. Понятно, да? Еще раз. Повторим технику. Еще раз. Повторим технику. Технику не выполните, не сделаете. Зависните в пространстве на выпрямленной пружине. Еще раз, смотрите. Надавили сюда. Движение вперед. Наклон. Вот. Вот, видели, силовая включилась линия. А ее уже не остановить потом. А надавливать зачем вот это? Не, ну просто... Чтобы вес... А в дальнейшем... Не, да. В дальнейшем просто... Упражнение просто выполняется. Я просто сажусь на него и все. Да. Все. Никаких усилий он не чувствует. То есть усилий вообще никаких не чувствуется. Так, чтобы поднять человека с колен, попробуйте. Никто не сделает практически. Очень тяжело поднять. А здесь вы его просто технически поднимете. Внимание, смотрите, это электрический мозг. Как выполняется? То есть вес на пятки и на шейный раздел позвоночного столба. Вот это снизу и большим бицепс. То есть неважно, на чем я его, на порах делаю или на полу. Это абсолютно неважно. При этом я улыбаюсь, держу легко свое тело. Да? Нет, шейный раздел. Ну, встанете, узнаете. Да вставай, что ты? Вот один встал. Лен, вставай. Ну, коленями встанем, что ты? Ну, второй встал. Все, спасибо, улыбаюсь. Трясти не надо. Понятно, ну давай. Смотрите, как я критически сейчас поднимусь. Ну давай, помоги. Видите, да? То есть уже... Понятно, да? Коврики, легли, сделаем каталептический мостик. Проверить только руками. Не вставать. Не вставать, только руками проверить. Вы чё? Получилось? Не получается, машина. Вот я встаю на руки, откидываю ноги назад, проверил, мои руки работают, все пружинки работают, видите, я колени сгибаю. Лордозик я выпрямил свой, спокойненько вышел, нашел умное положение и поднял руку, все. Вот есть? Все. Попробуем. Вообще делаете на самом деле чудеса. Я вот смотрю на вас и удивляюсь, честное слово. Многие вот просто вот если взять сейчас человека, попросить его сделать, он не сделает. А вы так без напряжения все это сделали между делом. Упражнение называется устойчивость. Вот мы его будем. Смотрите внимательно, как он стоит. Колено согнуто. Нога перпендикулярна направлению оси его тела. Вот, вот. Силовую линию, которую вы устраиваете. Видите, спираль. Вот она пошла. Вот она вышла сюда. Красивая спираль. После этого я начинаю... Нет, на руку прямо. Медленно мы начинаем его выводить. Вот так вот. Сейчас с девушкой попробуем. Спасибо, девушка. Кто у нас любительница? Левая, левая. Стоп.
Стойка белая. Я двигаюсь спиралью, те же самые спирали. Мне попадает предмет в руки, предмет начинает двигаться в спирали. Понятно, да? Техника, идентифицирующая любые. Можно балет изобразить. Все что угодно. А еще раз вот так палочка еще. Только вот это. А вторая есть? Сейчас я покажу вам тест, который не люблю показывать. А какая разница? У мастера в руках нет проблем, что крутить. По весу другая, по размерам другая, по форме другая, надо привыкнуть. Да? Вот она все стала моей. Обычно я вот этот тест был фестиваль тут по ушу интересный. И вот эту штуку показывал там, в конце вышел ниндзя. Вязку в своей форме. И вот он эту вещь показывал, как высшее достижение, одно из высоких достижений работы ниндзя. То есть работа с двумя палками. Я вам сейчас покажу двуручную работу. То есть у меня синхронизация настолько высокая, да, что
не важно, сколько у меня предметов в руках. Две руки, значит, два предмета. Вот и ручная работа. И вибрационный стол. Это наиболее интересный тест. Спасибо. Скажи вот. Система Белояр. Двигался копье. И потом, вот она, силовая линия. И вот там копье. И по спирали, помните еще, в сказках потом их проносили. Скидывает, да, и скидывает. Да, по спирали. А вообще-то, ничего. Можно, да, сказать еще? Выходил богатырь один против войска. Потому что двоих-троих трудно, они могли встретиться. Одним махом семерых побивал. Каждое движение спиральное уносило семерых. И вот он пошел просить рубить. Ручным мечом. Когда человек движется в силовых линиях, то возникает очень интересная ситуация. Он как бы начинает затаскивать в себя массу, которая вокруг него. Почувствовали сейчас этот момент, нет? Да, даже энергетически эта масса начинает на него вот так вот, как в зомби, да, как кролик, а удава начинает вот так вот втягиваться. И тогда меч, проходя по силовой линии, он, такое впечатление, он напрягал силовую линию каждого человека, то есть проявлял его индивидуальный блок. И проходя, сначала человек не чувствовал боли вообще. Ему взрезали что-то там, да, очень глубоко. И он продолжал как зомби двигаться. Это было страшно. И только через 2-3 секунды оттуда взрывался фонтан крови. Вот так вот. То есть задние, когда видели вот эту картину, идет богатырь, и только после второго удара там вот фонтан. Отсюда фонтан, просто в ужасе. Все бросали и убегали. Это было недоступное сознанию, психике, воображению картины. Войско вот так вот работало. Вылечить металл, чтобы мой металл. Вот это все. Тем не менее, видимо, это реальность, как мне сказали. Жалкий крыльков уходит. Были. Там была сляпа, был пересвет. Это духовные воины Сягера. Это были представители Сягера. А вот там, на том уровне, владели секретами Белояр. В смысле, древние славянского вот этого работы в силовых линиях. Они были обучены. И они вот за то время перед битвой частично обучили часть войск. И вот те лучшие, которые они... Почему вот знание не передалось? Те, кто взяли, они вышли вперед, решили задачу и реализовали. И знание не передалось. А Сергий Радонежский был слишком святым человеком для того, чтобы в Шалинских монастырях отдавать это массы. Понятно, да? Он понимал, что это может быть потом обращено против самого святого человека. И само по себе принцип внесения, это все равно определение, нет агрессии. Да, красиво, да, эффективно. Но карму-то он брал на себя, не отработанную карму этих людей погибших. Он брал на себя. Отсюда, может быть, мы все потомки и страдаем. Может быть? Может. Вот. Поэтому все это красиво звучит, все это, с моей точки зрения, имеет достоверность. Николай, я хотел, чтобы вы сказали, как эти упражнения можно часто делать, применять? То есть это... Так, внимание. Значит, упражнения, все, что связано с отсутствием концентрации, усилия, можно применять каждый день. Восьмерки, все раскрутки рук, пространстве, все ходьба, вся ходьба. Это на улице, пожалуйста, ходи. Полезно. Это даже полезно. Задом наперед. А? Задом наперед, дома. Не на светофоре. Да, желательно без таких вот эксцессов, как бы. Что еще можно делать? Ну вот все, что связано с силовыми нагрузками, со сверхсилой, с реализацией резервных возможностей, пожалуйста, выполнять только раз в неделю. Это реальные силы, реальные нагрузки. Вы домой придете, и завтра или сегодня к вечеру вы почувствуете, что ваше тело начнет вдруг наполняться энергией, силой, огромной силой. И здесь, пожалуйста, сядьте, успокойтесь. А еще лучше
полечите кого-нибудь, просто ребенка погладить по голове, улыбаясь, или детям песенку, сказку почитать. Ваши руки будут нести реальный свет. Ваше тело будет реально лечебным телом. Кошку погладить можно. Что-нибудь такое реально сделать. Очень сложно. Потому что вы сами почувствуете сегодня. Не замечание или попробовать. Почему раз в неделю? Чтобы привыкнуть. Раз в неделю, да, пока привыкнете, вы это сверхсила. Это совершенно, ну скажем, вы 30 или 20 лет или 15 лет не работали с этими резервными возможностями. И вдруг я открыл вам вот эту дверцу. И вы пойдете туда, реально будете работать с ней. И она будет реально работать с вами. Чуть-чуть где-то что-то переступите граничку, вот эту вот. Мы сейчас видите, как мягко, видите? Почувствуйте, потрогайте свой пульс. Прекрасно. Состояние внутреннее, комфортное. Зрачки ни у кого не расширены. Мы все, в принципе, улыбаемся. Тело. Почувствуйте свое тело, насколько оно комфортно. Насколько оно хорошо себя чувствует. Вы сейчас можете, в принципе, сделать любое движение. Любое абсолютно движение. Люди, приходящие сюда в зал, вы чувствуете здесь? Какую атмосферу? Расскажите нам, пожалуйста. Здорово, правда? Здорово. Вот. Очень жалко, что вы не подключились. Вы тоже могли бы сделать много, я сделал. Но вам это кажется, как бы, вот скажите, вот эти вот как бы упражнения, которые мы сделали, со стороны они кажутся легко выполнимыми, или все-таки вот внутренние есть такое впечатление, что они трудные и должны быть? Нет, они как просто. То есть все естественно, что? То есть как будто бы они просто, да? Но на самом деле мы понимаем, что каждому из вас для выполнения упражнения мы прикладывали, затрачивали реально. Со стороны это выглядит, как будто вы играете, да? В какую-то детскую игру играете, правда? Правда? Да. Со стороны это выглядит, как будто мы играем в какую-то детскую игру. Реальность того, что я держал четверых человек, или девушка держит троих человек, она не укладывается в сознание. Это игра, со стороны это игра. Но каждый из нас, вот тех, которые давили на девушек, да, реально прикладывали усилия. Реальные усилия. Другое дело, что мы прикладывали без рывков, да, без жестких рывков. Но мы его мягко прикладывали, мы прикладывали всю свою мощь, я не играю никогда. Я действительно прикладываю всю свою мощь. Вот сколько могу, столько и прикладываю. И девушка при этом удерживала эту нагрузку. Со стороны это игра, детская игра. Не может быть. Понимаете, этого не может быть в жизни. Со стороны это выглядит именно так. Ставить свет. Вдох. Фиксируем синий свет на выдохе. По всему телу расплывается красивый, яркий синий свет. Вдох. Фиксируем головой свет. По всему телу. Красивый, яркий головой свет. Вдох. Фиксируем зеленый свет на выдохе по всему телу. Такой изумруд, да? Ой, как хорошо. Вдох. Фиксируем янтарно-желтый. Такой ярко-янтарный. Внутренний такой живой свет по всему телу. Вот он. Ярко. Вдох. Фиксируем оранжевый. Такой очень красивый-красивый, да? И нежно-оранжевый есть, насыщенный тона. Вдох. Фиксируем красный. Упражнение называется гамма-упражнение со смещенным центром тяжести. Сейчас вы увидите вообще уникальные растяжки. Все вы на выходе будете иметь такие растяжки. Просто тренинг в области карате ушел где-то 1,5-2 часа. Мы сделаем это за 2-3 минуты. Серия. Вперед, шаг. Шаг. А теперь с легким выкидыванием ноги шаг. И назад. Хорошо, да? Смотрите, вот на корточке я сел, шаг вперед сделал, а эту же ногу спишь назад и на пятку, выставил и прыгнул на нее. И попробуйте, ничего. Еще раз, смотрите. Вот я сел, шаг вперед сделал, а теперь эту же ногу сделал назад, но на пятку ее поставил. И теперь переплыл на эту пятку. Руки при этом ведут себя специфически. Хорошо. А теперь смотрите, из этого положения, перенося вес тела обратно, я начинаю вращать ноги. Хорошо. И переплываю ногу. Хорошо. Внимание. Из этого положения я начинаю переплывать в одну ногу. И задаю вращение колена. И еще раз я переплываю на нее.
Стали. Стали. Отжимаемся на пальчиках. Ставим на пальчики. Ноги проверили, чтобы был антилордозик. И теперь три раза отжались на пальчиках. И после этого стоечку на голове. Смотрите, да? Встаем и начинаем разворачиваться. И садимся. Хорошо, Кристина? Очень хорошо. Мягко, да. Ты еще делаешь рывки. Но я-то вижу, что рывки идут в определенной последовательности. Понимаешь? Это не важно, что здесь идут рывки. Нормально. Главное процесс. С Родионом приступили к занятиям. После этого идут там всякие физические вещи, но в принципе вот могут заработать. Время. Приготовились. Время 41 минута. Начали. Полный дыхательный комплекс. Не надо просто дыхательный комплекс. Не шутки. Полный. Цвет фиксирован. И ноги уже до прохлаждения. Цвет головы.
вся гамма белого цвета, а за белым цветом есть черный. Это вот это. В смысле, это тут как автор говорит, что ты правильно сказал. Бинарный тон. Восьмерка. Включение рук. Развернутый сустав. Поменялись. Пястцы. Начинаем постепенно, смотрите, выводить одну руку вверх и вниз. Еще раз раскачались.
пошла вверх и вниз. Еще раз раскачались. И быстрее, сильнее. В тазик не забываем. Работаем с той головой. Вот тяжесть уже до локтя распространилась, да? Есть? Вот уже по плечам растекается тяжесть. Сильнее накачиваем, накачиваем, накачиваем. Вот уже по плечам, да, пошла тяжесть. Это реально, реально усталость мышечная. Она растекается по телу. И вот мы ее, вот уже. Все, напитал, медленно опускаем руки вниз. Вот, врубаем два резонатора. Ловим синхронизацию полей. Вот, ближе мы на руке. Там синхронизация лучше ловится. Ну, прямо вот она ловится легко. Ее можно ловить на большом расстоянии друг от друга, можно на коротком, где угодно. Все зависит от величины генерируемого поля. Да? Ну, вот у всех по-разному. Используют, да, все. Тем не менее, реально, да, вот. Уже даже перекатка началась, да? Вот электромагнитное поле, да? С ним можно его зафиксировать, скажем, перевести в колени. Мы своим усилием просто перераспределите магнитное поле и в колени переведите часть из рук. Вот рука аж бьется, да, чувствуете? Не надо туда, прямо мысленно. Она сама там должна подгенерироваться. Хорошо, все, внимание. А теперь вот немножко раздвинем. Еще чуть-чуть, еще. Ищите, вот когда начнут похрустывать суставчики, такие покалывания, постукивания начнутся. Есть? Хорошо. Вот увеличиваем, выводим вот эти покалывания на кончики пальцев. Вот, хорошо, молодцы. Хорошо. Хорошо. Вот покалывание. Оно напоминает, не надо вибрировать, не надо. Это чисто статические вещи. Пока, да, покалывание на кончиках пальцев. Вот это вот, оно вот по аналогии, вот как батарейку берем на язычок, пробуем. Помните покалывание в язычке? Мы называем электрохимическое поле. Вот это покалывание кончиков пальцев. Вот это покалывание при вот просто вести рукой по человеку. И вот это вот легкое покалывание, оно, скажем, сигнализирует вам о каких-то изменениях в поле человека. И одновременно о регистрации и о коррекции этого поля или, скажем, биохимической составляющей этого поля в теле человека. Ну, на разных уровнях. Понятно, да? Вот это покалывание, это электрохимическое поле, очень тонкие такие моменты. Хотя вот потрескивание в суставах, вот немножко вернемся к потрескиваниям, да, вот чуть попробуем поразводить пальчики, и вы получаете потрескивание в суставах. Есть гамма потрескивания? Это уже другое поле совершенно. Вот это поле появляется, когда вы начнете, вот если ведете руку по поверхности тела человека, ну, где-то на расстоянии 5-10 сантиметров, это потрескивание даст вам знать о фиксации, локализации и снятии определенного блока мышечного, фасциального, суставного и так далее. Понятно, да? Или о фиксации и коррекции определенной системы жизнедеятельности. Ну, в зависимости над каким органом тела находится ваша рука. Теперь мы выводим руки вверх и мысленно просим свет. Господи, благослови светом. Почувствуйте холод в руках. Есть? Холод. Есть? У кого нет, обязательно головой, помотать головой. Холод в руках. Холод в руках. Есть? Есть. Меня вот это вот. Горячо, а вы холод почувствуете? Попросите, дайте свет. Есть? Ну, нет, в ладонях горячо, а лучше в пальцах. Холодно. Ну, пока. Да. Ну, холод надо ощущать. Вот это сверхвысокочастотное поле. Как им пользоваться? Есть? Хорошо. Как им пользоваться? То есть вы ведете над поверхностью тела человека, и в том месте, где вы, у вас холод в руках, вы почувствуете жар, что там? Там избыток энергии, значит. Холод что сделает с этим жаром? Он его притянет и освободит. Но опустили руки и растерли руки. А еще лучше, если вот не идет поле, еще лучше вот так вот растирать. Вообще жар сразу, да? Вы чувствуете жар? Есть жар? Вот. И теперь вот где-то на расстоянии 5 от 1 до 5 сантиметров вот этот жар повращать. Вот. Вот поймайте, там тоже нужно сфазировать руки так, в определенном положении врубается вот этот жар. Есть жар в руках? Вот это вот инфракрасное поле.
каждый из вас может эти поля генерировать. Упражнение, которое мы все-таки сегодня еще не так качественно делали, так странно было, вибрационный бег. Я покажу несколько форм вибрационного бега, потому что был задан вопрос. Встали. Основная форма – полная стопа. Вторая форма – на носочки вышли, уже кисти раскрыли. Поизменялись в пространстве. Хорошо. А следующая форма бега может быть очень интересной. Попробуйте, если получится. Быстрее. Попробуйте тормозиться, потому что бывает задание вверх. Как легко тормозиться.